Здравствуйте, дорогие друзья, мои подписчики любимые, все, кто случайно зашел на мой канал. Вот здесь у меня такая баррикада стоит, средств для дома, дом Фаберлик. Это мой заказик от Фаберлик, в основном все по хозяйству. Здесь у меня такой вот ультракондиционер для белья с аромакапсулами. Вот такой вот я в этот раз взяла. Его номер 110-38. Такой, ну, легкий аромат. В общем, у Фаберлик сильных таких резких запахов нет ни от чего, ни от порошков, ни от кондиционеров. Такой вот ультракондиционер с аромакапсулами. Так, его номер 112-34. Нужно было взять два, чтобы было по такой вот цене, по-моему, 149 рублей, что ли. Ну, что-то так. Вот, взяла два, потому что даже уже купила в магазине кондиционер. Так у меня как-то резко закончились, и в запасах не было. Вот даже такой у меня может быть. Для ванной комнаты взяла уже в запас. Тоже заканчивается. 112-20. Вот такое вот средство мне очень нравится. Чистящее. И, как всегда, для посуды, конечно же, лимон и мята. Ну, вот от 0 плюс. Здесь вот информация. Это я уже почти в каждых видео показываю, так что останавливаться не буду подробно. 111-93 номер. Такие вот средства. В общем, все для дома, все для хозяйства. Как всегда, мыло для рук жидкое заказала, алоэ вера. Вот такое вот мыло. Просто приближу вам, вы всю информацию прочитаете, кого это заинтересует. Вот. Крем-мыло очень я люблю, и как и гели, крем-гели для душа. В общем, кремообразная текстура, это для меня. Вот такой вот водный спрей, которым я пользуюсь в туалете. И не только, в общем-то, и когда в комнате тоже как-то освежить. И ароматное яблоко в этот раз взяла. Уже заканчивается средство. И еще вот взяла две таких масочки. У меня заказывала еще женщина, со мной работает, она тоже заказала кое-что себе. Вот таких масок. В общем, так, они здесь по 10 миллилитров. Витаминная маска для лица, киви и авокадо. Вот такая вот. Там нужно взять было сколько-то, чтобы по 19 рублей. В общем, я для себя взяла две. Манго и папайя, вот такая масочка. Я их уже брала, пробовала. Мне нравится. Так, и взяла в этот раз вот такую краску. Зарекалась я уже от Фаберлик не брать никакие краски. Да хоть от Фаберлик, хоть от Эйвен, хоть... В общем, что-то не нравится мне, волосы как-то высушивает, истончает. Но я эту, такую вот именно краску я не брала, но все-таки решила попробовать. Это белый цветок, 1101 ее номер. В общем, взяла в запас, просто пока она будет у меня стоять, пока не буду я ее пробовать. Сейчас я купила краску Studio, буду осветлять волосы. Ну, а это будет пока вот у меня в запасиках, потом попробую на своих волосах. Это крем-краска Ботаника. В нее входит репейное масло, масло крапивы, алоэ вера, фитокератин. В общем, вот так вот вся информация. Вот, попробую. У меня от Фаберлик вообще краски, волосы какие-то желтые от фаберликовской краски. Кто-то говорил, что от этой краски нет желтизны. Ну вот, попробую на своих волосах. Конечно, сомневаюсь, но нужно попробовать.
иначе и не узнаешь. Так, вот такой вот лак. Его артикул 7436. Вот. Сейчас покажу кисточку. Кисточка плоская, но, по-моему, очень коротенькая. Я не знаю, как-то, на мой взгляд, очень короткая кисточка. Так, ну ладно, такая есть. И еще у меня заказывали купальник. Сейчас я вам покажу этот купальник. Вот прям на пакетике. Ну, эти купальники уже были в каталогах. Они сейчас идут со скидкой за 1500, 1499. Это купальник сплошной. Вот такой у него очень яркий, сочные такие краски. Апельсины, цветы апельсина, листочки. Очень красивая расцветка. Хороший купальник, хорошая ткань. Качественная, я считаю. Здесь на бретельках вот так вот можно их увеличить или уменьшить. Здесь они отстегиваются. Ну, с одной стороны. Так, что я считаю не очень-то хорошо. Наверное, они будут вот так вот вылетать. Ну, может быть и нет. И вот эта сторона вот так вот сделана. Здесь резиночка. И такая чашка с тонким-тонким поролончиком. И вот здесь вот на груди такой вот идет перехлест ткани. Вот. Я брала два купальника на примерку и Парео. В общем, я уже ей все отдала. И маски, которые она заказывала. Она взяла один купальник, ей понравился. И Парео такого же цвета. Вот. А это я вот показываю вам вблизи. Очень красивый, достойный купальник. За такие деньги, в общем-то, очень недорогой и очень хороший купальник. Ну вот и все мои покупочки в этом каталоге. Спасибо за просмотр. С вами была Марина. Всем пока. До новых встреч. Where are you?